творческая студия позитивного мышления и сила позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфуд. Как вы думаете, сначала обсудить 20-ю, отрывки 20-й серии «Между нами девочками» сериал? Или начнем с энергии Афродиты, ванны Клеопатры, омоложение, лепестки роз, эти ванны волшебные с лепестками роз, с молоком, молодость, красота, сила, энергия. Татьяна Салмановна думает. Или все-таки почитаем книгу Джозефа Мерфи, его книга о молитве.